72 года назад советские войска разгромили фашистов в Сталинградской битве. Очередную годовщину со дня победы над немцами отметили и саратовцы. Во Дворце культуры России собрались ветераны сражения, молодежь и чиновники. Участники мероприятия вспомнили о минувших боях под Сталинградом и почтили минутой молчания память погибших. По словам губернатора, эта победа стала одной из ключевых в череде подвигов советских солдат на полях сражений в Великой Отечественной войне. Сталинград – не только крупнейшее сухопутное сражение в истории человечества, не только самая кровопролитная битва Великой Отечественной войны, но и трагедия, давшая силы, возродившая дух. Именно после Сталинграда победа над фашизмом, как единственный возможный итог войны, стала делом времени.